жирный-жирный поезд пассажирный. Скорее всего, именно так будут называть участников сегодняшнего соревнования по поеданию пельменей. Ну, а меня так не будут называть, потому что я уже стройняшка. Особо никто не тренировался. Это твой первый раз здесь? Первый раз. А уже профессионал. Да. Это же ваш муж. Да. А что ж, вы его дома не кормите? Нет. Нет, конечно. Только и ждали конкурс прошу. А что же он по чемпионатам всяким ходит? Вот первый раз решила пробить на старости. Ну а сейчас я украду все пельмени у них. И... Потому что меня не позвали сюда, собственно. Пойдемте. Я не могу, его же засудят. Угостите. Пожалуйста. А вас засудят же. А, тогда нет. Есть серьезный разговор. Хочешь, помогу? Помогу серьезно. Только честно. Ну, я съем. Я понимаю, что съешь, но мы тут все соревнуемся, только честно будем. Честность, братья. Ну, так как меня никто не накормил из участников нашего соревнования, я посмотрю, может быть, кто-нибудь меня тут подкормит. Я жутко проголодался. Покормите меня! Да. Давай. На фриз. Соусы! Что у вас за хрень? Спасибо. Это не хрень, это Саратов Румдятка. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Что? Что никогда не надо взрослеть. Потому что ты не сможешь съесть столько пельменей за такое время. А знаешь почему? Жирный, жирный поезд пассажирный!